Всем привет, с вами Фрост и Снэй. Здорово, ребята! И добро пожаловать в Майнкрафт! Заждались. Ну что, за дело. Все заждались кубиков, да. За дело. Чё, старт плейс, да? Паркур! Да, куда ты? Я падаю. Красавчик, я лучше поставил сразу спампоинт. Так, он не нажимает. У нас нет времени объяснять. Это просто нужен паркур. Это Вот я говорю, пробел не нажимает. Это Я в креативе. Я бессмертен. Паркур. Ну да, я сейчас отключу. Он просто не нажимает пробел. Я сейчас отключу. Не ссать, я сказал. А ну закрой комментарий, сам ты читер. Понял? Правильно, положи мышку, взял ложку, жри. Приятного аппетита! А да, то побежал там, сразу, читер, а? Надо это все сразу пройти. Так, все под контролем, все, я пошел. Оп, кажется, что-то пошло не так. Да, там нельзя спампоинтиться. Дерьмово. Ладно, просто нужно по скиллу проходить, которого у нас нет. Дебильный чат, ну какой же он огромный! Надо вырубить. Конченые кубики. Да, ну саном, он слишком Майнкрафт. Майнкрафт, а такой Майнкрафт? Я кастрирую этого автора. Вот если я сейчас не пройду, то все, мы его найдем, приедем. Все, поехали, а! Откуда он? Из Америки. Кто это? Че за сволочь эту карту делал? Да, американский петух какой-то. Не, ну, паркур не задался, по-моему, с самого начала. Что-то здесь не работает. И, по-моему, это мы. Поле зрения увеличить. Максимум зрения. Ну почти. По-моему, это не помогло. Ок, сейчас батя тогда. Сейчас батя запаркурил. Батя смог, сумел, практикует. Смотри, что творит, а. Вот просто сразу видно бог паркура. Вот оно, сразу видно батьку-то издалека. Кто здесь имба... Я это специально сделал. Все было продумано. Все было тщательно спланировано, продуманной операцией. А вот здесь надо было бы поставить спампоинт. Чё? Дело сказал. Да, спампоинт там можно было поставить. Теперь тут немного... Я теперь не долетаю, круто! Зашибись, чё. Конченый автор не мог прописать ещё из спампоинта в тех дебильные пластины. Вот я не долетаю до туда. Ну-ка, подтолкни меня. Ну-ка, давай. Раз, два, три, вперед! Толкай! Идиота! Толкай! О, на благодарю! Тебе. Толкай! Ну вот, ты слишком далеко вот улетел. Это такой чайник. Давай, еще раз. Давай, прыгай. Самовар, в какую сторону? О, все вижу. Наконец-то я чуть не перелетел. Аж все. Спампой, наконец-то. Спасибо, что спампой. Да, идиот, блин. Конченый! Автор! Вот от всей души. Сасый, петух. Серьезно. А ну подталкивай. Ладно, не надо. Сука. Ты идиот. Ты будешь. Не, ну это серьезно. Это вот это уже. Да, ох, ты же гребаный, ну просто ж, ну ё-моё, оп. Оп. Так, тихо, вот нас... Я больше не хочу это проходить. Все, на этом мы с вами заканчивать. Если я сейчас вдруг упаду, на этом мы будем все уже заканчивать. Хорошая серия, там минут 5 есть, да? Нормально все в порядке. Так, блин, камера... Ну да, наверное, 5 минут хватило как раз. От моего подгорения сбилась камера. А, все, пора с вами прощаться. Там с вами были Фрост, Снэйк, там конченый паркур. Да, тут конченый. Это в главный конченый паркур. Конченый! Не задался, да, паркур вообще-то как-то. ТП, блин. Да, ТП. Кроволола мне выпишь. У меня проблемы паркур, с сердцем. Паркур. И сейчас еще с нервами будут! Паркур сделали ТП. ТП. Конченые. Петухи его делали. У меня есть. Оу. У меня есть земля. Давай. Матушка.
Поставь землю уже. А, надо было песчаник Этот сделать. Этот конченый автор меня уже бесит. Чувак, песчаник спасет мир, ты че? Песчаник сасает. У меня есть земля русская. Вот, да, песчаник тоже русский. Земелька русишь. Ну-ка, стоп, смотри как. Стой! Смотри, как это делается. Смотри, как это делается. Вот так это делается. Вот как это делается. Так, тихо, спампонь сначала. Ну, хорош, тихо, спампонь. Вау, по деревяхам можно паркурить. Наконец-то! О, я обожаю этого автора! Чтоб у него просто... Что? Все прекрасно было в туалете, чтоб он из нее не вылазил сутками. Чтоб он там дальше делал свои карты. По-моему, он и так там их делал. Ну, это само собой. Строй, давай, все, красавчик построил. Красавчик мало построил! Даже одного блока не хватает, да? Как же прыгать-то? Как Конечно. Жить-то? Как ага. жить-то, понимаешь, как жить? У меня два блока песка спер. Ибо нефиг было. Петух, теперь. Я в дерьме. Чувак, я в дерьме. Построим. Ну так чего в дерьме? Я в дерьме, потому что я ни туда, ни обратно теперь не могу. У меня есть два блока песка, смотри. Зато я могу поставить здесь помпонь. Два блока песка, бери их. Давай, один песчаник, крафтим. Какой? У нас, знаешь, меня один? Эй! Выживание любой ценой. Мы теперь вдвоем здесь застряли, чувак. Давай тогда скопаем дерево. Че, дурак, что ли? Давай. Ну, крыса, уйди отсюда! Это мой единственный остров. О, слушай, он там же есть, лайстоун. Идиот, блин, я это и делаю. Я-то думал. Я это и делаю, что я-то дерево... думал, давай, а там доски, думал, а там есть что. Четыре доски, выживаем любой. Там что-то есть, оказывается. А я сейчас сломаю его! Ой! Блин, я поймал только одну. Ты пошел нахер отсюда. Соединить мне. Ой, шел бы ты отсюда. Нихрена если ты дерзкий. Блин, нихрена себе ты дерзкий. Тут нет снизу айтстоуна, я в ловушке. Давай, помоги долезть до туда. Давай, досочку. Еще досочку. А. Нет, экономия. Максимум экономии, еврей он. Вот тут это самое. Нам надо еще разобрать. Режим. Давай, разбираем. Да подожди, что разбирать? Кого? Сейчас упадет, отойди с него. Нет. Оп. Оп. Отлично. Что-то пошло не так. Зачем ты сломал лайсо? На что я буду ставить дерево? Где-то здесь была ошибка. На что я буду ставить дерево? Чувак, давай, вот. Все будет в порядке. А, черт, да почти. Ты не долетишь. Я долечу, чувак, я долечу. Во, давай. Вот так вот это делается. О, красава. Вот так вот это делается. Знаешь, такое выживание по хардкору. О, золото! Ах ты... Золото! Ну и золото, я не вижу ничего с твоей задницей. Чё тут написано? Оп, да нет, не я. Опа. Ну, вау! Халявный сквид! Это прекрасный сквид! Пасть. Это же бьёт тебя в сквид! Он купаться пошел. Это же прекрасный сквид! Даёте фол сквид! Ах ты... Значит, сквид для тебя дороже меня, да, значит? Нет, я просто красители выбил. Иди выбей себе друг. Ты дурак. Найди себе своего сквида. Вот их куча. Не твои, вот ты и бесишься. Это мое. Все мое. Мои прекрасные сквиды. 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 Опа, дальше земелька. Вот он. А в чем смысл? А, просто жаришься. В лаве жариться не ставил, понимаешь? А, тут это типа... В лаве жариться не ставил, нужно зелье. В лаве жариться, да, нет. А земли накопать ты не забыл? Не, зачем? Мы же не читеры, ну ты чё, ты за кого нас держишь, а? Ну точно не за читеры, мы просто выживаем. Выжить любой ценой. Survival паркур, вообще ты что, не слышал? Хватит меня бить! А, стоп, это огонь! Я горю! Чёрт! Это огонь, горячий скончился. Ты чё сделал? Дурак, я горю! Я потушился. Туши свою задницу. Я горю, да. Теперь у нас проблемка небольшая. Сломал идиот лайтстоун. А, ну окей, вот, черт. Ну ладно, чё. Земелька, а ты говорил, не понадобится. Еще как понадобится, чего? Спампойн, конь. Хераду, смотри, как далеко даже будет. Здесь будет хотя бы авторский спампойн. Неужели он думает, что это можно пройти на одном зелье? Вообще изи. Он что, идиот, что ли? Идиот. Иди-о-о-та. Да хорош! Сам хорош! Хрен ли ты падаешь? Хер ли ты падаешь? Я хочу и падаю. Так. Это мой сервер с блэкджеком и паркуром. Чё хочу, то и ворочу. Чё хочет он ворот? Я тебе сейчас ворочу, блин.
А, ну, Санова ж, ну что ж законченный такой? Так. Это вот просто серия взрывания пукана и обговнения автора. Надо земельки добыть, она не добывается. Я поднял. Еще одна. Так. Опа, не получилось. О, получилось. Так, давай, по максимуму добываем. И вот с этого блока строй. Ай, петух тупой. Что-то пошло не так пошло, да? Пошел нахер. Да ты заколебал! Ну что тут мне это самое? Можно дерево накопать. Нахрен дерево! Черту дерево! Наконец-то дошли до какого-то... Мне дали меч, стрелы, всякую хрень. Нафига мне это дали? Чувак, дерево это найс, ты не забывай. Ну круто, я согласен. Ай, листва пропадает! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, так, куда мне? Нафига мне дали меч? А, я же знаю, дофига мне дали стрелы. Хедшот, бич! Что за херь? Петух, не знаю, ты чувак, глупый! Не знаю, мне просто сказали... О, спасибо, слушай, вообще благодарю, я бы тебя, наверное, не долетел. Конечно, ты бы не долетел, потому что ты петушок, блин. Ой, да пошел, спасибо. Мне, конечно, не совсем пригодилось бы это, ну да ладно. Пошел! Атку мне тоже выпал! Класс! Я попал. От собака, я ж прям надеялся, что прям по твоей глупой морде! Ты сам от своей стрелы его сделал, я просто скопал листву. Тихо, не надо тут. Куда не ты надо. Строишь? Ну, ты не надо тут барагузить. Куда? Куда нам нужно идти? Наверх, хватит скапать листву. Точно наверх? Да. Вот туда. А ты меня начал скидывать этим глупым луком, блин, я даже не понял, откуда он появился. Ой, не допрыгнем, походу. Серьезно, конченый автор. Ну, вот так, ладно, так мы допрыгнем, да. Да. Еще есть. А вот так мы допрыгнем. Нет. По-моему, я ошибся. Да, чувак, ты ошибся. О-о, просто знаешь... Это паркур, сделай сам называется. Сделай сам. Тонного паркура. Руки-крюки, блин, у автора конченого. Просто сколько раз? За эту серию мы сказали конченый автор уже сколько раз? До хрена раз. Будем считать сколько раз. Много раз. Можете потом подсчитать даже в комментариях. Можем узнать степень конченности автора. Да. Она, мне кажется, максимальная. Максимально конченый автор. Зашкаливает. Ну тут вообще легко, да? Изи, да. Я согласен. So easy. Ох ты ж. So easy, да. Кричу! Жопа, песок плавится! Доски! Черт! Ой, он пролетел, песочек-то. Да ладно, не может. Черт, на себе блокику. А, у нас гравий есть, чувак. У нас гравий. Есть помпой. И как мне скажите здесь паркурить? А? Это как вообще понимать? Так. Это я как... не знаю, как. Это... Представь, это... как. Это... У меня аж микрофон падает. Как это просто понимать? Ёпта автора. Просто невозможно. Как ты дерьмо с паркурить? Нифига мне дали меч. Острота отдачи, точно, я понял. Мне нужно отдачу использовать по назначению. О, видал, имба паркур, я телепортируюсь. Стой, телепортация. Давай, на самом деле офигенно. Тогда подойди, я тебе шмотну. Давай, шмот. Давай, подойди. Извращенский паркур, давай, ну, давай. Давай, стоп. Сану, я же не перелетел. Давай, следующий пошел. Давай, следующий. Это охеренный паркур же. Стоп. Вот, видал, о, паркур прет просто. Это шикарно, так с помпоинт. Так, давай, дальше, давай, перекидывай. Давай. Переборщил. Лучше мечом ударь, он тоже откидывает хорошо. На, ёп. Ух ты, нифига себе, я полжизни снял. Вау. Этот, как его, он круче так, откидывает. Так, смотри, стой, ну-ка встань на самый край, вот туда. Сейчас смотри, сейчас тебя в противоположный вообще перекину. Вау, видал, это что творю, а? Вау, чувак, пол сердца осталось, так. Вот, давай, раз, два, три, а, спасибо, потолок. Эй, я тебя, а, надо мечом, да, хорошо. Давай, оп, все круто, все, мы прошли это, ууу, наконец-то, ё-моё. Просто шикарно, чувак, для этого и нужны были мечи, а ты что думаешь? Коп! А, нахера, наверх надо, это да. О! Красавчик. Сердце, автор красавчик. Красавчик вообще. А дальше как? Опять что ли мечами проходить? Опять что ли дальше мечами? Паркур на мечах, давай, круто. Давай, это вообще шикарно. Вставай. Давай. Оп. Телепортируйся. Вообще найс. А чё меня заглючило? Да. Оп, следующий. Чё? Тихо. Не сработало. Давай. А да ты... Ну почему? Где ты? Плохо работаешь. Давай. Плохо работаешь. Вот так это делается. Вот нам так надо, это делается. Знаешь, нам надо целую вот так это делается. Оп, нам чуть надо не систему наладить как-то, чтобы прям по переменным. Давай. Оп! Телепортируйся.
Давай, вперед. Упс. Походу. Надо спампоинт поставить, потому что я тоже в следующий раз помру. Так, стоп, давай, сейчас прям последний, давай. Давай, раз, два, три. Пошел далеко. Нет, ну, ах, прям на этот, этот. Стой, 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 тебе нужно подпрыгнуть прям, давай. Прям подпрыгивай, я тебя ударяю. Зачем? Чтоб дальше. А, летел. Это прям до финала ты хочешь прям дойти. Да, давай, прям, прям на счет три подпрыгивай. Я даже не начал считать. Давай, давай, прям давай. На самый край. На самый край прям. Давай. Давай, раз, два, три. О, видал просто это имба. А у меня два сердца осталось. Дальше давай как-нибудь сами. Вот так вот. Своими силами будем паркурить. Но это я смогу, это я смогу. Давай. Оп, перелет. А, даже рукой перелет. Давай прям тебе до финала мечом. У меня одно сердце, так что что-то пойдет не так, я тебя уверяю. Да, ты трупом долетел. Что-то пошло не так, давай, раз, два, три. Кидай. Ох, красавчик просто. Спампоинт. Не, слушай, это прям мы в бейсбол играем, можно смело назвать эту серию бейсбол в Майнкрафте. Бейсбол людьми. А ну уйди отсюда. В Майнкрафте. Сейчас я выкопаю эту фигню. Вот теперь можно Людобол. Людобол, как тебе название? Людобол. Шикарное. Это какое-то странное название, мне кажется, никто не поймет. Нет, не поймет, а я понял. Людобол. Такой этот людоед. Не, ну первую часть у нас просто горела. Просто дико горела. Сейчас мы просто, да, перецамывались. Ты что делаешь? Наркоман, что ли? Помочь хотел. Наркоман, просто сразу видно, ёпта. Я прыгаю, видишь, как я высоко прыгаю? А, вот слёненький, да? Ну теперь мы будем еще вверх друг друга закидывать, да? Ты как так, вообще херово же. Теперь будем вверх друг друга закидывать, но это не получится немножко. Как-то вообще не работает. Так, и что теперь? Оба. И как дальше? Ну круто, как? Хотя бы у нас теперь есть прыжки вверх. Что же это? Что это такое? Где? Вау, что это такое? Не знаю, наркоманский коридор. Ну чувак, прикольно, мы реально вначале, да, у нас как-то не шло. Ну, а я тебя обогнал. Поздравляю. Счастья, вот радости желаю, там и все такое. Наркоманом называю. Пошел ты в задницу. Ой, да пошел ты. Пичез. Какого хера ты упал в воду? Тебе нужно вернуться. Ты должен познать дзен. Нет. Да, ты познал. У меня спаунпоинта, знаешь где? Вот дерьмо. Ну ладно, я тогда тоже познаю. Ты тихо. На! Да куда переборщил? Вперед! Лети, Снейк, блин, на восток. Через ветер, через сток, блин. Ты переборщил. Вот, чувак. Так вот это делаться должно, понял? А ты пошел, давай, подлетай сюда. Оп! Оп! Ладно, ты тебе просто повезло. Не надо, чувак, не надо. Спампоинт. Я делаю спампоинт. Вот, сановый идиот! Какого хрена? Опа, нихера там. Так. Продвигаемся понемногу, да? А я забрал последнюю тележку. Ха-ха-ха, угг, все, я приехал. Так, я бы хотел дойти, но там что-то... Ну, а ты иди. У меня тут нет пластины. О, саново, бич, это опять кончено, у меня сейчас просто опять будет просто бум-бум-бум. Я поехал обратно, чувак. Бум-бум-бум-бум-бум! Чё бум-бум-бум-бум-бум? Это слышишь ритм моего пукана? На, толкай, поехали! Езжай. Поехали! Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, чувак, это лифт! Классно, я... Ты видишь, вы отправляетесь в ад! Я медленно опускался так вообще, как летал. Ага, теперь мы вообще-то оттуда не допрыгнем. Хотя, волшебный меч, давай-ка. Давай-ка. Оп! Ну нет, далеко. Почти, да. Там победная музыка. Это все... It is final champion! What the fuck? What the fuck? What the fuck? От санного печ. Ну, санного в обеч. Вообще просто найс карта. Самое что ни на есть найс карта. Поэтому на этом мы с вами уже будем прощаться. С вами были Фрост и Снейк. Прикинь, какая. Да, не забывайте подписываться, а также пилить лайки. Ну, там, помните, писать свои комментарии. Всем удачи и всем пока. Да, всем пока-пока.